Прадос, ну, видимо, Виталий Бурозова только что и травму не получил, но и подустал. Он сегодня очень здорово отработал, очень много. Остается играть уже меньше 10 минут. Голландцы атакуют, не трогают только соперников. Мяч влетает в сетку. Ну что ж тут поделаешь-то? Ну не хватает чего-то самарцам в обороне, а голландцы идут вперед и забивают. 4-3 становится счет. 85-я минута. Шатар Виладзе забил. Давайте мы еще раз посмотрим. Не было здесь положения вне игры, надо это признать. И вот туда, и вот здесь еще не повезло. Но удар-то не получился. Очень легко Виладзе, конечно, обошел Гусина. Ну, и опять повезло. Мяч от Лобуса отскакивает у футболиста Алкмаара. И затем уже заскакивает в ворота. Ну, что тут будешь делать? 3 мяча забили сегодня футболисты Алкмаара. И прилив появится.